Сейчас я писа достану. Давай, не будем. Интересно, это действительно любопытный опыт, потому что у меня такого не было. Вот у Данилы тоже. В общем-то, день провели с улыбками, потому что и люди, которые нас встречали, в общем-то, были рады. Не только то, что они пиццу заказали, да, и что она теплая еще до сих пор, потому что мы как можно быстрее старались приехать на место. Ну и потому что видели футболистов, да, и, в общем-то, такая связь тоже с болельщиками, мне кажется, это немаловажно. Заказывайте пиццу от Папы Джонс, болейте за самарские крылья и любите футбол.